Всем привет! Давайте сегодня снова поучимся водить ЗУК, но уже на щитовые базы. И для этого нам понадобится всего-навсего базуки и ровные руки. Все при мне, как говорится. Погнали! Для начала чистим мины. Я думаю, все помнят, что руки ровные, так что это был стратегический фид. Далее начинаем красиво высаживать базук. Дальность орудия я, конечно же, прочекал. Наверное, слива после пятого. Из-за того, что руки оказались не такими ровными, а на глаза стал совсем слеповат, случилось непоправимое. Не герой почистил мины, а сами базуки расчистили себе мины. После этого безобразия я решил красиво отступить. Это же лучше, чем некрасиво слиться. Ладно, в этом видосе я не показал, как правильно закрывать базы, но как правильно и быстро принимать решения, я думаю, всем понятно. Отступить. Давайте я попрошу всего раз. Поставим этому видео лайк и всем пока.